Главное Пашу на дурное подбить и камеру включить. Ух ты ж, камера не пишет, давай еще раз. Не пишет? Не пишет. Может, на первый? Слишком крутые понты. Надо удалить из группы, хотя, блядь. Только тут погода портит. Ну и настроение, уезжаем. Я заехал, у меня душа не будет плакать. Поехали дальше. Будет? Я два раза сейчас самый верх. Ну ты видишь след. Заехал. Слышь, Вася. А он заехал, ну, Сергей, через вот это. Я вот тут принципиально не хочу ехать, там, понимаешь, ты едешь потом вдоль склона. Нет, там надо перепрыгнуть, и он не вдоль склона, по-моему, поехал. Он вдоль склона, он вот идет на грани, я там спускался. А нахер, блядь, там упадешь сюда, ну. А вот это да, вот это тут. Yeah.
не скользко, зацепилось. Там такая горка, вам интересно. Там, ну сейчас поедем. Немножко не такая твердая, как я думал, поэтому надо больше разгон. Такая. Но по диагонали, мне кажется, даже можно выскочить. Попробуем там выехать. Оу! Нормальный булыжник. Надо выше держаться, выше. Стащит, и ты не вылезешь тут. Лягухи, квакухи. А дальше, Вася, ехать дальше. Нормально, я что-то не разглядел, Сергей правильно поехал на другую сторону. Нормально забрались. Но я от жары кончаюсь уже. Да это жопа вообще. Сейчас бы дождь не рыбы сходило бы сразу. Понял, да? Это было тогда. А тот пятачок, вон там, где вниз спускались и так вот на косую выезжали. Тот пятачок чуть дальше там.
Там, где я воду хотел кинуть мотик, да? Говоря, надо найти какую-то отмель, если тут такие места есть. Может, где есть? Не, вот там, где мы вчера были. А вон там на углу яму я нашел. Она наверху и идет вглубь. Прямо между корней деревьев. Ну, ее уже засыпали, но, видно, просела. Там хорошие ходы были точно. Еще ж рано совсем. Что ты мелкий чувак? Гопнички подгребают. Кто? Гопнички. Родные. Только не выпали. Роднулечки. Так не хочу никого ломать. И топить, скажу. Так что ты будешь теперь, блядь, живую воду пить? А это что, живая тогда становится, да? Конечно. На. Вообще-то все хуйня, блядь. А, так это развод? Да, конечно. Сука. А что камень может с водой сделать? Ну, тоже верно. Как бы едешь широко по вот этой стене, а потом поворот и вот на ту стену туда, где-то где Вася. А-а-а. Ну, чуть дальше туда, по-моему. Ну, раздом от камней, да? Крепкий, ну, да. А если накидать камней в воду, то можно, мне кажется, эту воду сделать святой. Какая она там? Рыбаки пришли. Сейчас вон и узнаешь, Паша. Ловите, кто тут плавает, бля. Прямо сверху, на мотоцикле. Ну тогда. А как еще? Пацаны, как вы выезжаете, дорогие? Как и заехали. Тут же все просто. Тут бугорки какие-то. Лучше скажите, что там за рыба метр длиной плавает. Здоровенная писец. Мы видели две рыбы. Вот такие вот. Амур есть. Сом есть. О, сом, походу, наверное, сом. Не, сом сверху. Вон они сверху как бы всплывали. Клеится, сука. Ну, плевать, пана, не хочет. Ну что, Паша, погнал. Колевать, а не хочет. Пок... Здесь. Ну, нафиг. Ой, пальцы, пожалуйста. Да. Ох, Паша все-таки отоварился. Что-то немножко как-то не туда, блядь, был же выезд нормальный. Или сюда, где-то... А, вот там, наверное. Ну чё, Паша, будешь выезжать? Только главное, курву не пускать. Да. Ого, какая прошмыгнула. Вон стоит окушок. О, под самым берегом, блин. А говорят, рыбы нет. И, кстати, ты говоришь, сильно мутная. Вот на метр-полтора видно здесь.
такой. Паша, ебать сколотить. Летучий что-то надарил, да? Нет. Паша, может, ну его нахер? Тут пыль эти трубки нагоняли, да? Но да. Внизу стало слишком жидко. Первое, слишком ёбко. Ладно, поехали, а то там нас снимают, блядь, уже. Поехали. Кто менты, может, приедут. Я твою фамилию сказал, поэтому, ну, я говорю, давайте сюда не называется, но найдете его по адресу. Давайте. Все. Понятно. Все.